Попробую сегодня переснять добычу огня трением. Доска у меня еловая и сверло липа, вроде бы. Поехали. Так, ничего не подложил, тряпочку подложу. А если появится уголек, будет понятно, что как бы все работает. Так. Веревка-то выдержит. Тетива стирается. Я вот пробовал и рвется. Так, ребята, я сейчас обработаю немножко, подрежу это самое сверло. Как-то у меня странно оно сточилось в этот раз. Совсем тупое стало их. Посередине такое шило образовалось. Где-то руку раскроил. Так. Но пепел хорошего цвета. Хороший знак. Но главное, чтобы тетива не лопнула. А то придется все переснимать. Она еле держится. Сейчас тетива накроется 100%. Не одно, так другое у меня. Thank you.
Ну, горим, горим, горим. Горим, не горим. Дымится. Видите, дымится. Уголек есть. Сейчас покажу. Раздуть бы. Сейчас тряпка будет лить. Боюсь дышать на него. Сейчас все будет. Я не приготовил растопку никакую. Только вот эти вот шелуха. Ну, в общем, сейчас. Понятно, что дело техники дальше. Была бы растопка нормальная. Сейчас я его добуду. Так, не знаю, показывает. Видно все вам.
Видно или не видно? Сейчас. Ой, куда-то фокус делся. Как бы дом не спалить. Ну, короче, блин. В общем, ребята, огонь добылся. Практически. В общем, я весь в дыму. Я сейчас отравлюсь еще горным газом этим. Нет растопки у меня. А береза что-то береста не хочет у меня загораться. В общем, вы видите, огонь. Ну ладно, давайте так все-таки добуду. В тот раз, вот сейчас я понял, в чем дело. Сейчас вам скажу. Вот пламя. Все. Вот огонь. Так, сейчас. Ребята. У меня горит дом практически в данный момент. Вот огонь, который добылся трением. Который сейчас я понял, в чем дело. И сейчас я вам расскажу. Так, надо потушить. Одну секунду. Я упал. В общем так, вы все видели в режиме, так сказать, реального времени. Я специально не выключал камеру и хотел снять одним кадром. Значит так, липовая, по-моему, это липа, если не ошибаюсь. Липовая доска с липовым сверлом плохо. Трет, вытирает эту такую светлую, светлую шелуху, эту, светлый пепел, ничего не работает, в общем. Вон, я просверлил две дыры с одной и с другой стороны. То, что я делал на природе в лесу, ель с елью, тоже очень, ну, лучше, чем это, чем липа. Потому что полтора часа я промучился. И ель с елью, через полтора часа там с разрывами этой веревки, со скакиванием этих сверла, в общем, и в конце концов зажег. Но полтора, где-то час сорок меня ушло, я выбился полностью из сил. Вот. В итоге, что работает хорошо, на мой взгляд, это вот еловая доска. Я взял десятку обычную, ну, такую из стройматериала, там, из остатков. Вот, и... И вот это вот липовая, по-моему, доска, сверло из липовой древесины.
Вот. Совершенно чуть-чуть она просверлилась. Конец тупой должен быть вот настолько. Предыдущие разы я еще сделал неправильно. У меня трущая поверхность была острее. Я думаю, еще и в этом причина. В этот раз, видите, я сделал ее, ну, как бы она сама так получилась, она у меня была острее изначально, но она стерлась об деревяшку, стала тупее, не стала ее заострять, оставил так, но, может быть, тоже это сыграло роль. Вот. И, значит, пепел такой, как бы темнее пошел. В общем, я не знаю, ребята, то ли сверло, то ли доска, ну, доска в прошлый раз тоже была еловая. Вот. Я думаю, вот это вот сочетание липы с елью дало свой результат. И кто будет пробовать, делайте больше площадь трения. И вот на эту, на верхнюю часть, когда я держал держалкой, вот, здесь надо смачивать. Вот, кстати, пепел такого цвета. Вот если вам видно, я гасил. Он такой темно-коричневый. Ну, не черный. Вот. Многие пишут и говорят, что пепел должен быть там иголочками какими-то, черный. Вот. Там таблеточками он не должен быть. Я не знаю. Тут у меня иголочки или таблеточки. Ну, обычный пепел и пепел. Давайте покажу. Вот, фигня, не обязательно он должен быть черный. Вот, он у меня вот такого цвета. Вот, видите? Вот. Так что вот, ребятки. Огонь добывается. Это все реально. Но, конечно, вот в домашних условиях это намного проще, в лесу это нужно долго готовиться, подбирать древесину сухую. Вот, тетива рвется, опять же, вот у меня вот эта веревка синтетическая, до этого белая порвалась, вот я взял вот эту вот с сердечником, вот, и она сработала. Все, ребята, опыт у меня успешный, до свидания, до новых встреч. Завтра, кстати, в поход собираюсь. И не один, по речке пойду, в лес пойду. Ну, в общем, там у меня планы. Ого-го. Все, ребятки, до свидания.